А мы продолжаем сегодняшний турнир. Второй бой сегодняшнего вечера. Бой состоится в полулегкой весовой категории. И в синий угол клетки приглашается боец из города Санкт-Петербург. Встречайте, Алексей Федоров! Продолжается ММА серия за номером 31 «Время новых героев». И как раз этот поединок, который сейчас мы с вами посмотрим, наверное, лучше остальных подходит под это название. Дело в том, что Алексей Федоров дебютант, и сегодня он проводит первый свой профессиональный поединок по правилам ММА, и он представляет Санкт-Петербург, а вот в соперниках у него спортсмен из Казахстана, который очень опытен. И если новая звезда и начнет зажигаться, то, возможно, именно в этом поединке. Я всего лишь предполагаю, но кто знает. Да, и опять же, конечно, для Константина Чередниченко в качестве соперника будет боец неизвестный в лице Алексея Федорова, но у Алексея как раз-таки шанс подготовиться к Константину был, посмотреть его поединки, посмотреть его сильные и слабые стороны, оценить свои шансы и приготовить какие-либо сюрпризы. Я думаю, что Алексей Федоров этим как раз и занимался во время тренировочного своего лагеря, подготовки. И посмотрим, получится ли у него. Да, интересные татуировки, безусловно, у Алексея Федорова. Чего только стоит окровавленный тесак. Немного затейпирована рука, как вы можете видеть. Правая рука. Надеемся, что все с ней будет в порядке. А противостоять ему будет боец из Республики Казахстан. Встречайте, Алексей Чередниченко! Итак, соперником Алексея Федорова будет Константин Чередниченко, Казахстан. 8 побед, 1 победа нокаутом, 7 сабмишеном. 9 поражений, 5 нокаутом, 3 сабмишеном, 1 решение. Двукратный чемпион Казахстана по кикбоксингу. Начал свою карьеру в 2015 году. В рамках ММА-серии провел 4 боя, 2 боя выиграл, 2 проиграл. В поединках обычно работает вторым номером, у него неплохие серии с рук. Хорошая защита, уклоны, умеет здорово переводить в партер, несмотря на то, что является ударником. Причем из маунта здорово проводит кимуру, как мы видели в бою с Сергеем Лукашиком, в рамках 10-й ММА-серии. А так его коронный прием – это, безусловно, гильотина. С помощью этого приема он выиграл 4 боя из 8. Внушительный действительно послужной список. И сегодня нас ждет встреча из разряда «Опыт против молодости». Посмотрим, чья возьмет. Итак, второй бой сегодняшнего вечера в полулегкой весовой категории. В синем углу дебютант из города Санкт-Петербург. Встречайте, Федоров Алексей! А противостоять ему будет боец с внушительно большим рекордом. Из 8 побед и 6 поражений, представляющий Республику Казахстан. Его зовут Константин Чередниченко! Рефери в клетке Евгений Ли. Итак, Евгений Ли, рефери данного поединка. Смотрим. Алексей Федоров, Константин Чередниченко. Полулегкая весовая категория. Итак, сразу же с места в карьер начинает Константин этот поединок. Прибирает инициативу к своим рукам. Колено в прыжке, тут же вертушка. Опять в область печени от Алексея. Опять, потому что в первом бою аналогичный удар показывал другой Алексей Зайцев.
Константин всегда стремится к сокращению дистанции, оно и понятно, поскольку не самый высокий боец, 172 сантиметра его рост, для данной весовой категории, прямо скажем, немного. Бежит буквально вперед в корпус Федоров. И попадает! Ничего себе! Все кончено в этом поединке, вот так вот! Просто молниеносную атаку провел Константин и нокаутировал 19-летнего дебютанта Алексея Федорова. Сегодня не получилось. Или же поединок продолжается. Вот это да, интересно. Рефери дает возможность продолжить Алексею Федорову после вот такой паузы. Интересно. Вновь хорошо встретил. И еще один удар. Но здесь пока еще в сознании совершенно точно находится боец из синего угла. И ищет ахиллово сухожилие. Сейчас Федоров. Кто знает, вдруг получится. Ну и мы видим, что Константин отвечает тем же. При этом Константин умеет проводить этот прием. Выкручивается Чередниченко. Нет, здесь ничего не получится. И сейчас близок к очередному болевому приему. И все-таки он удается Константину. Не нокаутом, так приемом. Но все-таки победа достается представителю Казахстана. Браво, Константин. Великолепная победа в первом раунде. И очень хотелось бы посмотреть все-таки, что же было в том эпизоде. Да. Когда впервые обрушился на настил Алексей. И рефери бой прервал. 6 точных попаданий у Константина, одно у Алексея Федорова. Очень много желания было у Алексея. В этом поединке на первой минуте 22 секунде первого раунда победу болевым приемом на ногу одержал боец из красного угла клетки Константин Чередниченко. Ну что ж, поздравляем Константина Чередниченко с очередной победой. Уже 9-й в карьере. Кто знает, может быть, не за горами и юбилейная 10-я. Так, смотрим повторы. Надеюсь, они нам помогут разобраться, что же случилось в том эпизоде. Колено в голову. И похоже, там еще и были проблемы с носом. Но в любом случае, Константин сегодня был лучше.